Сборная Дагестана завершила подготовку по всестилевому карате к первенству России. Оно пройдет с 5 по 10 апреля в городе Орел. На одной из заключительных тренировок в стане команды побывал Дан Шугом. Одним из участников первенства страны станет весовой категории до 64 килограммов махачкалинец Шамиль Хайбулаев, воспитанник тренера Магомеда Ширванова, победитель первенства России прошлого года, которое проходило в городе Орел. Выходец из селения Дылым Казбековского района также является победителем всероссийских и республиканских турниров. На первенстве России я делал 4 боя. И самые такие конкурентные бои был первый бой и последний бой. Это были двое из Башкортостана. Физически крепкий был, мне было сложно с ним получать и в партере, и со стойки. Но уже на последних минутах я забрал бой на пару баллов. По словам главного тренера сборной Дагестана Магомеда Ширванова, на первенство России поедет около 30 спортсменов. Отобрались они по итогам республиканских соревнований. В основном у нас больше ударная техника у нас. Больше на ударную технику и психологический настрой. Потому что уже не первый год мы выступаем на этих соревнованиях. Уже знаем, как подходить и так далее. Подготовка идет нормально. Вот сегодня собрались посмотреть их техническую, физическую подготовку перед предстоящим турниром. Первенство России пройдет, как и в прошлом году, в городе Орел с 5 по 10 апреля. Дан Шугом, Ислам Даудов, Паризат Курбанова, «Время новостей».